Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Алекс Берг, меня зовут Алекс, а это Resident Evil 2 ремейк. Мы продолжаем, уже это у нас какая по счету серия, я сбился, 8-я, по-моему, или 7-я, ну, в общем, неважно какая серия, ну, в общем, мы продолжаем. Сейчас мы пойдем дальше в лабораторию, проходить ее, и нам нужно сделать какую-то, короче, не знаю, там, пробирку, что ли, наполнить чем-то, там, не знаю, чем. Короче, надо наполнить ее и заморозить, а потом что-то с ней сделать. Ну вот, сейчас мы как раз туда и пойдем. Так, да, нам надо сюда выйти. Так, давайте сюда, значит, сейчас вернемся, а там уже разберемся. Так, здесь что у нас есть вообще? Что у нас здесь? А, это вот все понятно. Так, сейчас. Надо таймер поставить, чтобы я по таймеру тут работал. Так вот, надо по таймеру, значит, поставить. Где мне тут таймер? Так, все, поставил, зарядил, погнали, пошли. А, подожди, я же вытащил эту штуку, как она там называется, да? Ну-ка. Мне же сейчас там надо открыть дверь сначала. Ну да, дверь, наверное, какую-то надо. Так и подожди, так и правильно я шел. Это все запуталось, я уже совсем. Здесь же дверь. Я уже подумал, что это джунгли вот эти вот идут, которые. Ну, сейчас посмотрим. Вот здесь же. Нам надо открыть вторую дверку. Вторая дверь, я тоже там делал фото в прошлой серии делал. Все. Сейчас посмотрим. Так. Короче, вот это вот. Потом идет короткая вот это. Нет, это длинная. Назад. Вот это. Короткая вот это вот. Потом вот это. И вот это. Да. Все. У нас открылась еще какая-то хренотень там, которую мы сейчас пойдем посмотрим. О, вот я же говорю, что они сейчас встанут. Так, блевотники какие-то. Так, если мы пойдем вот здесь, мы, в принципе, как бы нормально здесь пройдем. Никто нас тут не заденет, и мы никого не потревожим. Поэтому мы зайдем сюда и сразу... А, вот, у нас сразу открыта вот эта вот штука. Так, сейчас самое интересное тут и начнется. Так. Режим ручного управления. Настройте объем раствора, нужный для картриджа. Ой, блядь, это вообще, это самое такое, наверное, будет сейчас сложное. Ну-ка. Вот. Нам надо вот это вот сюда поставить, а это вот сюда. Подожди, нет. Назад вернись. Вот сюда налей. Так. Теперь мне вот эту надо сюда привести. Вот. Теперь вот это вот с этой поменять. А вот это вот с... Нет, а вот это вот с этой поменять. И вот это вот сюда поменять. И налить сюда. Раз. Потом поменять. И еще раз налить. Вот. Теперь сюда уйти. Еще одной не хватает. Так, что же нам сделать? Это если мы вот так сделаем. Здесь пополам. И эта половина тоже сюда. Ну, допустим. Бля. Назад. Одна осталась. Все правильно. И сейчас еще одна останется. Вот. Одна еще останется. Вот это вот поменяем. И...
Да. Ну, это чисто наугад, на самом деле. Получилось так, как-то вот, как-то так. На самом деле здесь очень можно долго сидеть. Первый раз, когда очень давно это делал, здесь я очень долго потратил на это время и очень много. Так, и что-то у нас здесь еще осталось. Надо посмотреть, что здесь еще у нас осталось. Вроде бы как бы все же уже здесь забрал. Но тут, наверное, вот где-то на столе что-то есть. А вот. Конечно, есть порох. Это к нам нормально вообще подойдет. Так, теперь нам надо бежать. Куда нам надо бежать? Так, это он все здесь уставший. Теперь с этой штукой нам надо бежать. Нам надо бежать куда? Не сюда. А, нам надо бежать, короче, на второй этаж. Вот, вот здесь. А как нам сюда попасть? Да очень просто, это надо забежать сюда, здесь забрать, вот это вот сюда. Ну, в общем, как обычно, как сюда прибежали, так и забирать. Эти типы пока не страшны, они мне вообще никак. Не сюда, или сюда, 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 сюда бежим. Так. Ага. Промазали сюда. Ну, короче, я так понимаю, в некоторых вещах даже их можно и не убивать совсем. Да как будто ты первый раз уже увидел его так, а дойди отсюда. А, да, о, все, типа дошло до него, да? Все, вроде нормально, там все получилось. Вроде все нормально получилось. Так, по итогу мы сейчас должны где оказаться, должны вон туда идти, там должно быть уже есть. Есть, что нам нужно. По-моему, здесь, да? Да. Вот здесь это нам надо будет заморозить. Так. Сейчас-то все получится. Сейчас мы все сделаем. Сейчас все заберем. Идет охлаждение. Это что тут вообще такое происходит-то? А то есть, типа, он одну дает. Охлаждение завершено. Так, все, здесь уже все закончено. Здесь уже ничего не будет. А он замерз. Типок-то замерз там уже совсем. Леон, бедный. Так. Не, ну эти-то вообще выпрыгнули, не пойми откуда эти всякие лизуны-то вот эти вот. Вообще, что им надо было, я вообще не понял. Ну, в общем-то, пока все идет как надо. И, собственно говоря, я думаю... А, нам же еще, знаешь, надо сразу вспомнить, куда нам надо идти. Ну, то есть... Так, здесь у нас тоже, да, все уже исследовано. Да, все, здесь уже тоже все исследовано. И, значит, нам куда? Так. Почему сюда? Вот сюда нам надо. Там лаборатория, где вот надо было, ну, где мы вот этот вот, как она называется-то? Пробирку эту взяли. Вот туда ее и надо. Или как она называется, я не знаю. Вот сюда ее нужно поставить. Сейчас мы сюда ее поставим, а дальше будет, что будет. Ну-ка.
Идет выдача раствора. А, так это наоборот, наверное, убивает их. А нет, они наоборот растут. Смотри, вон, видишь, вон корни растут. Или нет? Это сейчас надо забрать. Сработало. Работало, да, сейчас заберем. Внимание! Вы распылили опасный раствор без получения разрешения. И чего дальше? Ваши действия задокументированы. Нормально все будет, пацаны. Нормально. Давай-ка мы сразу с этим вот объединим. Что, блядь, такое сейчас произошло? Да еб твою мать, вы что-то напали на меня вообще-то. Я боюсь назад, блядь, отворачиваться, потому что там, походу... Черт! Вот, сука, откуда снова ты взялся, блядь? Тебя же убили. Или не убили? А что... Ну, это же его тогда... Так он потом после этого за ней же бегал. Ну да, точно. А какого хрена-то, блядь? Как ты так оказался здесь? Вдруг... Так, надо сохраниться, короче, и дальше бежать вот сюда. Вот здесь у нас еще есть одно крыло. Здесь мы уже все, да, сделали. Здесь у нас уже ничего нет. Да, да, да. Ох, сейчас опять бегать от него. Я не знаю, что нахрена, как так получилось. Это игра, это все, что ты... Блин, зачем мне это надо? Беготня от него, от этого вот вся. Так, я тут сохраняюсь. Так, все, я сохранился. Здесь у нас что, надо положить же, да, все? Подожди, надо что-то забрать. Не положить, а собрать. Ага. Так, стоп. Ну, я еще не, я немного, так скажем, патронов потратил, так что, да, можно будет их вот сюда вот с этими объединить. Да, поставить сюда. Это сделать сюда, это вот сюда поставить. У нас того получается 6. Что ж ты? Ну и тогда для дробовика можно же еще патронов тогда взять. Нормально. И эти объединить. Все. Ну. Ну так себе, да, скажем. Короче, прям, ну. Было и было, скажем так. Так, теперь мне надо куда бежать? Теперь мне надо бежать вот сюда. Теперь мне надо бежать сюда. Прямо по прямой, по прямой. А откуда он вообще взялся? Откуда он вообще нарисовался такой? И теперь надо западное крыло, да, West Arena, да-да-да. Арена третья. Туда мне надо бежать, там что-то с ним делать, наверное, надо будет. Или что, не знаю. Так. Где у меня есть уже этот третий уровень, так что можно побежать туда. Надеюсь, я просто где-то здесь. Но он за мной не бежит, он, наверное, так, знаешь, появился и, наверное, больше не появится. Это типа так вот. Ну хотя он там, что он там забыл-то? Он же целенаправленно за мной шел. Значит, он... Так. Так, эти-то типа не встают. Так, кассета вторая. Гренка лежит. Давай. О, ну тут кто-то прям по-серьезному такой ходил, пацан-то какой-то, да? Так, еще один шкафчик этот. Так, можно посмотреть. Но сначала надо здесь включить свет. Угу. ОСС. Так, нам надо. ОСС. Ой. Ну-ка, тут еще надо какие-то волны поменять. Так, это не идет. Не хочет. Блин. Блин, не то нажал. Не
О, все, готово. Так, настроили этот будильник, все, заработал свет, все хорошо. Так. Давай, подожди, а у нас что здесь? Так, Уильяма Биркина. О, это мы уже, короче, к нему сюда пришли. Приостановка последнего исследования Г. Umbrella приняла решение остановить для всей исследования вируса Г, проходящейся подземной лабораторией Улей. Финансирование этого проекта будет прекращено, а директор лаборатории Уильям Биркин уволен со своей должности. Понятно. Отправитель без темы. Спасибо за ваше письмо, Биркин. Руководство высказало заинтересованность вашим эволюционирующим биооружием. Не беспокойтесь о цене. Наша компания самая обеспеченная в США. Вот, видел, что творится? Тут прям вообще уже тут прям деньги вокруг, кругом одни деньги. Слышал хорошие новости, Г. Почти готов. Странно, но... А, хороший, слышал хорошие новости. Типа этот готов вирус. Да, странно, но мы не отрапортовали об этом исследовательскую лабораторию штаба. Umbrella, ну ладно, закрою на это глаза. Вышлите мне данные, хорошо? Хорошо, не беспокойтесь, хорошо, потрудитесь. Ну, над Г. А в остальном мы сами позаботимся. Да что, сколько там еще... Так, вы подозреваетесь в нарушении контракта Umbrella. Стало известно, что вы присвоили на себе проект Г и вели сенсационные переговоры в США. Так, пожалуйста, являйтесь повестки следовательного комитета в течение 24. Короче, его вызывали. А куда вызывали? Ну, понятно, куда. Чтобы его там, короче, наказать по полной программе за то, что он использовал. Ну, короче, своим конкурентам отдал вирус. Или не отдал еще. Так, это начало того видео. Вот он его забирает. Вижу Г-вирус. Заходим. Доктор Биркин. Вы пойдете с нами и без шума. Я знал, что вы придете. Это дело всей моей жизни. Я не отдам его никому. У нас приказ, доктор Биркин. Давайте по-хорошему. Отставить, не стрелять! Бля, убили чувака, зачем? Ты чем, блядь, думал? Приказ был доставить живым. Мы внутри, сэр. Но у нас тут проблема. Цель сопротивлялась, пришлось ее устранить. Вот так просто, да? Верно, сэр. Ну, вас ладно. Понял. Бывает. Только образцы. Уходим. А получается тогда кто там так был? Это были образцы. Получается так, Леон. Получается так. Ну просто мне самому тогда непонятно такая ситуация, какого. Подожди, а что у нас тут все, да, уже здесь все уже сделано. То вот потом второе видео, то которое первую кассету мы посмотрели, кто там был? Да подожди ты. Там-то кто был? Что это за этот был? Когда его там, допустим... Ух ты, смотри, нет у меня, короче, красной травы. Ой, у меня вообще нифига нет лекарств-то никаких. Ё-моё. Беда какая. Ладно, пойдем. Что-нибудь будем думать, я не знаю, потому что с самого начала проходил... на стандартном, так скажем, уровне сложности. Почему, подожди, почему у меня там вообще ничего не понятно? Почему у меня этот валяется ненужный мне предмет в инвентаре? Он же потом надо будет, мне инвентарь нужен будет, а мне его не надо, зачем так? Так, давай, что там у нас еще? Ничего нет, все.
По идее, у меня вообще инвентарь просто пустой. Вообще, потому что, ну, ничего нету. Не знаю, где это брать. Так, здесь мне ничего не надо. Так, вот здесь. Что-то тут... Да ладно, все в порядке. Опа. Нормально. О, это что такое? Мы, короче, куда-то зашли в непонятные какие-то дебри. Так, это компьютер, я понял, стоит. Так, еще здесь стоит. А это что такое? Ну-ка. Так, дневник исследования. Наблюдение за ростом эмбриона. Пациент 449. После введения Г-эмбриона в тело пациента мы сделали 50-сантиметровый надрез от груди до брюшной полости. И приступили к наблюдениям. С помощью медицинской команды создания... Подопытного поддержал между 15 осознанное ясное и 10 что-то там чего-то там. Однако позже уровень сознания пациента понизился, и дальнейшие наблюдения были признаны нецелесообразным. Подопытным был уничтожен. Наблюдение за скоростью это еще следующий. Г-вирус введен пациенту 501, мутировал до Г-формы и был перемещен в группу из 30 подопытных. Через 2 часа 36 минут все, кроме одного подопытного, стали носителями эмбриона. Все подопытные были уничтожены. Один из подопытных не выжил. Один из подопытных не выдержал и покончил с собой. Понятно. Ой, 628, 639, где вы ввели пациента 628, появляющийся некоторую резистенцию к Т-вирусу. Вирус затем был введен пациенту 639, с которым 928 состоит в близких отношениях. Организм 628 некоторое время сопротивлялся, но был заражен эмбрионом через 24 минуты. Резистентность к вирусу не препятствует устной деградации, вызванной Г-вирусом. Все понятно. Ну, короче, нормально все, я понял. У них там все нормально получилось, но ни хрена не получилось. Давай, все, вот, забираем. Как просто. Уверен? Отлично. А теперь Кади. А где Ада-то? Обнаружено несанкционированное изъятие вируса уровня 4. Слушай, мне надо было сначала сохраниться. Ой, травы-то тут сколько. Самоуничтожение там запустилось. Это как обычно в стиле Resident Evil. Короче, надо бегать здесь. Сейчас вот это вот сюда. Так вот, объединим, это оставь сюда, это нам уже не нужно, не знаю, нужно, нет, не знаю. И мы здесь сохранимся. 37-е сохранение здесь будет у нас сейчас. Это что такое? А нет, тогда мы сделаем вот следующее. Вообще надается, видимо, надавалось нам для того, чтобы мы могли. Блин, а так-то, знаешь, вот по идее, надо бы еще, вот если бы у нас была бы хотя бы еще бы одна вот эта вот штука. Ладно, по дороге, может быть, найдем. По дороге найдем, значит, мы берем. Да что ж такое-то? Кнопки путаю. Вот, 6 штук мы взяли. Они нам сейчас понадобятся, и тогда мы возьмем вот этот еще. Пистолет, где у нас там, который гром, вот он. Во. Внимание, обнаружено несанкционированное изъятие вируса уровня 4. Перевод в режим блокировки. После завершения блокировки запустится программа самоуничтожения. Какая программа самоуничтожения? Ты что, там совсем что ли не туда поехала? Так, все сюда. Обнаружено несанкционированное изъятие вируса уровня 4. Ничего страшного. Блять, ты кто? А, это босс одноглазый. А, я сейчас с ним буду тут драться, да? Но это нет, это вообще нихуя не нормально. В сторону! Да, вот ты с ним сама, это твой муж, вот сама с ним разбирайся. Он мне вообще не интересен на самом деле. Что за хрень? Прости, Уильям.
У меня нет выбора. Вот так просто, с двух пулек она его бах-бах и все, что ли? Вы сказали Уильям. Почему? Все пошло не так. Амбрелла виновата во всем. Но вы из Амбреллы. Или вы не причастны? Причастна. Но мы не хотели ничего такого! А вот так всегда. Расскажите все. С самого начала. Вам так просто не уйти. Господи, Уильям, что ты наделал? Так вы его создали. Мы создали Г-вирус, но никогда не собирались... Можете говорить сколько угодно, но вы в ответе за... На нахуй! Ёпта, ни хрена себе! Что мне с ним делать? Ну вот что мне с ним делать? Причем? Правильно, Лена, очень хорошая идея. Ладно, покончим с этим. Я не знаю, что мы с ним делать. Так, давай сразу. Нахуй. Нормально, я так охуел. Подожди, я сейчас с тобой разберусь. Так, я так понимаю, что здесь все, пиздец. Нормально так мини. Продолжить. Не, назад. Продолжить. Короче, я сейчас буду с ним биться очень долго. Это, наверное, уже финальный босс какой-то, я не знаю. Но, опять же, это... Так. Так. Надо сразу пропустить вот этот момент, потому что... О, нормально, да? Хорош. Так, все, бежим, 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 бежим. Ты когда будешь так медленно бегать? На нахуй. Обоссался, блядь, засранец. Зачем мне это? Вот сейчас это вообще не актуально на самом деле. Слышь, я убежал. Блядь, это, короче, надо эту... Ну ладно, давай, хорошо, где-то там подожечь его. А, ты сейчас кидаться ты хуйней будешь, да? Не, ну ты так-то нихуя себе, какой красавчик. Да ёб твою, нихуя себе, не вижу ни хрена. Куда бежать, Леон? Такой медленный. Блять, ни хрена не видно. Так, давай. Блять, громадина такая. Так, все понятно. Ну что, сжечь нахуй? Нихуя его, он не горит даже, скотина. Короче, его надо стрелять. Он там горит, что ли, или что? Куда у него там случилось все это дело? Что, все? Нет? Давай тогда, можно быть, подожечь его. Вот смотри, он горит. Ладла блядская. Промазал. Thank you.
Я тебя застрелил. Беги! Ох, как ты, какой противный. Ух, как это, блядь, пизда, нахуй. Я попал в глаз. На, сука, скотина. На, сука, скотина, блядская. Мне больно сейчас было. Не, ну мне его, наверное, не победить. Я что-то не знаю никак. Все, патроны закончились. Первый прошел, первый. Так, сразу же использовать. Так, я не знаю, что мне с ним делать. Блять, не тот пистолет взял. Ёбана рот, блядь. Бежи, бежи, прыгай. Ах ты ж, блядь, какая. Беги, Леон, беги, тебе надо бежать. Блять, какой ты, сука, хитрый, а? Повернись ко мне, падла, блять. Нихуя ты там что вытворяешь? Патроны закончились. Нормально, блять. Патронов тут дохуя, по идее, должно быть. Подожди, давай, 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 все со стороны. На, сука. Ну, нихуя ты, блядь, обломался, да? Я-то здесь. Блядь, ну ты вообще перезарядки свои, блядь, не вовремя делаешь, блядь. Пиздец, Леон, ну ты чё, гонишь, что ли? Так, последняя аптечка. Ах, блядь, какая. Получил, сука. Нормально я тебе так. Я, правда, все патроны стратил. Вот так вот, сука. Нечего на меня наезжать. Ну, кстати, я зря только истратил-то, блядь, как ее там. Угроза устранена. Карантин снят. Нормально. Блядь, а тут эти патроны всякие лежат, короче, непонятные, да, все вот это вот. 60 патронов у меня на обычном пистолете. Ну, блядь, сука, сложный какой. Видишь, что это творится? А, ну, кстати, смотри, что у нас тут происходит. Получается, я все патроны, да? Нет, не все. Грузовой лифт снова активен. Обнаружено несанкционированное изъятие вируса уровня 4. Ничего страшного, мы сейчас быстренько его хлопнем и все. Так, еще у нас здесь, что у нас здесь есть еще? Флешка еще одна есть? Что еще? А, все, больше ничего нет. Так, вниз. Я так понимаю, что это не все, что он сейчас еще оживет. Это падла, блядь. Боже. Выглядит ужасно. Выглядит ужасно, да. Ощущается тоже, поверь мне. Насчет ваших слов? Не знаю, можно ли... Обещаю уничтожить образцы. Но это улика. Они нужны ФБР. Ты поверил этой суке? О чем это вы? Она не из ФБР. Серьезно? Она наемник. Что за продаст хуйня? Продаст вирус тому, кто больше заплатит. Это вот про Аду, да, дела идут? Чушь собачья. Надеюсь, ты прав. Но если вирус попадет не в те руки... Санкционированное изъятие вируса уровня 4. Переход в режим блокировки.
Вот так вот, да? Вот я так и думал, что здесь что-то не так. Здесь я не думал, что она такая прям это. Она... Это ада. Так, и теперь мне надо бежать. Куда мне бежать-то теперь? Так, ну я так понимаю, что мне, наверное, бежать надо в фуникулер туда, да? Угу. Так, подожди, давай сейчас я, наверное, перезаряжу сначала все потрошки. Мне на самом деле неудобно вот это вот все. Вот. Вот, давай вот, блин, вот с этого возьмем, так и пойдем. О, вот она, падла, блядь. И уже такая сваливая, знаешь, такая, ага, и увидела Леона. Я как раз о тебе думал. Угу. И я о тебе. Да пиздишь. Сдоболка, блядь. Начала беспокоиться. Мы отлично сработались. Но у меня к тебе вопрос. Будь свободен. Прошу, скажи, что он у тебя. Он у меня. Нет, ну а ты какого... Ты мог бы просто взять... Я тут пообщался с Аннет. Говорит, ты не из ФБР. Леон. Почему ты просто не отдал образец? Просто я понял, что хотел тебя видеть. Но не мог. Мне жаль, что все так и вышло. Леон, мне 37 патронов. Вот я был просто пешкой. Я лишь выполняла приказ. Как и я. Бросай пушку! Ты арестована. Отдай образец, Леон. Я не хочу стрелять. А придется. Только ты не сможешь. Ты что, дурак, что ли? У нее 37 патронов там. Нормально, Аннет там замутила дела. Ада! Теперь никто его не получит. Леон! Держись! Думаю, я... Блядь! Да не, не получится. Я вытащу тебя. Я того не стою. Не надо. Береги себя, Леон. Вот это все из-за тебя. Начала всякую фигню, сразу бы ему сказала, ничего бы не было. И не было бы вот этой ситуации, вот которой сейчас оказались. Он бы тогда уже знал, что ему делать и что как. Ну тогда да. А так что? Ну то вот и все. Кстати. Кстати, в четвертой части Resident Evil 4, где они оказываются в деревне, в четвертой части, которая вот тоже, кстати, будет скоро на канале, тоже буду проходить ее, да, почему-то в старой версии, в оригинале Ада жива, и она играет, ну правда, там, правда, против него, не за ним, кстати, почему я сюда зашел, почему? Не за него играет, а что у нас 10 секунд осталось, до чего? Ой, 10 минут. Это что такое? Это мне надо сейчас выбраться из здания за 10 минут, и что мне сделать? Или что тут произойдет сейчас? Вот это сейчас вообще непонятно. Ну так вот, и эта ада, она там будет тоже. Но как она может быть, если действие проходит намного позже? Непонятно, как-то она все-таки выжила. Надо вот это вот все-таки это дело посмотреть, узнать. Так, через 10... Ну-ка. Я понимаю, знаешь, одно, то, что сейчас начнется какой-то...
Пиздец. Кто это? Кто это? Это Клэр. Клэр! Леон? Ты тоже здесь? Да, но все здание рушится. Клэр, тебе надо выбираться. Срочно! Знаю. Я нашла выход. У нас все выйдет. Да-да-да, конечно выйдет. А где ты? Клэр, да там ты же еще там? Ты? Леон, связь прерывается. Не жди меня! Уходи отсюда! Черт! Вот такие дела, да, Леон. Сейчас придется тебе 8-9 минут. Не знаю, что делать. Опа, нож. А нужен ли он мне этот нож? Подожди, а нужен ли мне этот нож вообще? Нет? Так, давай посмотрим. Блять, там вообще происходит нечто непонятное и неясное. Так. Я так понимаю, что сейчас будет последняя битва. И что у меня есть? У меня есть, ну, вот этот, ну, пускай, ладно, пускай стоит. Этот, может быть, понадобится, это надо. Есть у меня какие-то патроны, чтобы туда сложить? Ладно, блин, я вообще не знаю, что с собой брать. Но нож мне точно не нужен, это факт. Да. Аптечка нужна, флешка, не знаю, не нужна. Пускай будет там. Я сохранюсь сейчас и пойду дальше. Не знаю, это время идет, это время до чего-то, до глобального какого-то взрыва в лаборатории в этой. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Что-то меня ждет. Все, короче, идем. 8 минут осталось, ребят, не знаю, куда бежать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Сейчас будет пиздец. Так. 4, циферка, ты что? А вот тебе и первая граната. Зачем? Он бы сам сломался, там поломался. Вот это вот... Да нахрен не нужна трава это, блядь, или нет? О, да ты смотри, он жив. Он должен взорваться. Ты не взрываешься-то? Блядь, сложности, пиздец какие-то. Короче, я вообще не понимаю, куда мне бежать. Так, стоять. Вот еще выход. А, это не то. Выход. Вот. Вот это да, эта травка мне нужна будет. Так. Куда, 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 куда? Быстрее, 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 быстрее. 7 минут. Блять, какого хуя ты нарисовался сюда? Да ладно, серьезно. Ты что, блядь, шутишь? Ебать ты нахуй, ну ты тут устроил клоунаду, блядь. Нахуй все взрывается, блядь. Мужик, давай нахуй отсюда, иди, я сразу вот просто вот. Непонятно мне, что происходит. До взрыва осталось 7 минут. 7 минут до взрыва. Блядь, да что такое-то? Что? Пиздец, блядь. Ну все, вот, все, сейчас вот момент уже этот настал. Сейчас я еще с ним должен бороться. Леон, давай вставай быстрее. Надо выбираться. Конечно, надо выбираться, уже давно надо убежать отсюда. Запущена программа самоуничтожения. Так. Знаешь, вот эта синяя травка у меня есть, а есть ли у меня синяя обычная травка? У меня там была синяя, да, обычная? Вот она есть. Давай мы здесь, значит, сделаем вот это вот объединим с этим, а это вот объединим вот с этим. Это положим сюда, и у нас осталось что? У нас осталось пульки еще остались. Ну, я не знаю, короче, придется сделать как? Придется сделать вот как-то... Засунуть вот сюда вот это дело. Че это, блядь, за хуйня там происходит? Какого? Какого?
Что-то тут интересное сейчас будет, а? Ну-ка. Ты чё, блядь, ещё живой, что ли? Да ладно, серьезно. Ну и чё мне с ним делать, блядь? У меня ни патронов, ни хрена нету, блядь. Чё мне с ним делать? Ёб твою мать, как мне тебя разбомбить-то? Ну ладно. Ну ладно. Сейчас я проебу. Блядский ты. Ну а нахуй? А в смысле ты меня задел? Ты меня не... Ну, подожди, а как... В смысле, блядь, а ты чё не бежишь, Леон? Ты чё, ебанутый, что ли? Ну это вообще хуйня какая-то, полная. Да вот чё не бегаешь-то? Ёбана в рот. Это будет тяжело, блядь. Ладно. Па-ба-бам, па-ба-бам. Нихуя тебя коронка, блядь. Хуёв тебе, сука, как дрог, блядь, дурачок, блядь. Нихуя. Да в смысле, блядь? Леон, ты чё так долго перемещаешься куда-то, блядь, вообще непонятно. 5 минут. На нахуй. Это бесполезно. Бог-то, стреляй по нему, сука, это. Если у меня сейчас один раз въебет... Беги, блядь! Леон, ну ты пиздец. Ой, ёб твою мать! Блядь, ну это мне вообще нахуй... Не нравится, блядь, это нихера. Он мне так пиздит нормально. Так, что делать-то, блядь? Как мне его угасить-то, с чего? Ну, во-первых, надо перезарядиться во всех этих, потом как дать со всех. Какого? Я так понимаю, что это будет сейчас вообще прям, я не знаю, прям, это будет очень тяжело его пройти. Нормально, Леон, держись. 5 минут надо продержаться там, или сколько, 6, блядь. Ну ладно. Давай, сразу. Видал, как я умею, но... Да в смысле, как так? Блядь, мне вообще какие-то не нравятся движухи. Так, а если мне тупо просто от него бегать туда-сюда? Ну, мне так-то не получится бегать. Вон, видишь, он отходит. Беги! Да в смысле, блядь? Как ты так-то? До взрыва осталось 6 минут. Залупка, понял? Что ты, блядь, такое? Да в смысле? Да как так-то, а, блядь? Леон, ты как-то медленно бегаешь вообще, очень медленно, как-то тут дело касается твоей жизни, ты еле-еле перемещаешься. А, сейчас, блядь. Ой-ой, плохо дело. А что с ним не так? Так, перезаряжаем. Да нормально ты мне так въебыч прописал. Не-не-не, ты как-то медленно перемещаешься, Леон. Во-во-во-во-во-во-во-во, что-то куда-то приехали. А, вот все, наверное, как-то вот это должно быть. О!
Сейчас я тебе, блядь, устрою, говнище. Будем считать, мы квиты. Это кто? Ада? А ты какого хрена? Как а ты жива-то? Сейчас я леща отхвачу такого нормального. Я прям чувствую, бах. Так, стоять. На, собака сутула. И все. Да, ё-моё. А я-то думал, здесь прям так нормально все будет сейчас. Херня какая-то. Ну, ладно, хорошо. Так, 4 минуты остается. 4 минуты остается. На нахер. Так, а что, здесь нет больше ничего? Так, грязь всякая такая, вот это все. Да, быстрее давай, беги. Надо сваливать. А, кстати, кто поезд опустил? Откуда он взялся, поезд этот? Так, ну типа я, наверное, отсюда убежал, все. Окей, хорошо. Так. Да, все, выбрасывай, он тебе уже не нужен. Этот жилетик, браслетик, там, я не знаю, что это такое вообще, не надо, не знаю. Не верю, что скучаю по ней. По ком? По Клэр, что ли? Или ком? Ада? Кто там тебе интересен такой стал? А вот и Клэр. А это что за девчонка? Эй. Мы справились. Как я и говорила. Ну все. Ну это, наверное, конец прохождения. Да, это прохождение за Леона. Это был финал. И все, в общем, закончилось. Я могу сказать, что игра действительно очень хорошая. Первая серия прям такая прошла за Леона. Прохождение очень было весело. Где-то местами тяжело. Да не то, что местами. Прям вся игра была тяжелая. Я не знаю, почему так произошло, ну почему такая сложность. Ну, по сути, да, и было все понятно. Но только вот непонятно, да, сейчас следующую серию буду записывать. Конечно, уже будет за Клэр будем играть. И, возможно, мы пройдем все то же самое, только, ну, может быть, какие-то изменения. И там уже у нас будет истинный финал. Поэтому прохождение за Леона мы закончили. Я думаю, что здесь все понятно и ясно. В общем, ну, на этом мы тоже заканчиваем эту серию, финал. И здесь, я думаю, что, может быть, уже ничего нам не покажут нового, поэтому мы будем сейчас проходить за Клэр. Так, опа, стоять. Чё, всё? А в смысле, а как? Ага. О, мне Б даже дали, нормально, так стандартно. Прохождение, вот видите, прохождение стандартное, хотя уже под конец там несколько этих было, ну, то есть другое. Общее время 6 часов 33 минуты прохождения было, ну, в общем, вот и все. Ну, мне больше нечего сказать, игра действительно хорошая, очень понравилась, и, блин, на этом закончим мы эту серию за Леона, потому что она уже пройденная. Так что подписывайтесь на канал, ставьте свои лайки. Оставляйте комментарии, и также заходите в Discord сервер, телеграм-канал, подписывайтесь на все вот эти вот дела. Там все будет информация выходить. Пока все это молодой канал, все это. Каждый раз что-то новое будет появляться, и поэтому вот так. Ну, а мы дальше продолжаем проходить игру Resident Evil 2. Ремейк, только теперь прохождение будет за Клэр. Ну и все, всем пока.